Ребята, всем привет! С вами снова Виктор, а.к.а. Джим. И это обучалка по воркауту, часть 2. Как видите, мы с вами на улице. Я покажу вам несколько упражнений на брусьях и на турнике. Начнем с очень первого и очень классного упражнения. Оно выглядит вот так. Ребята, хорошо развивает мышцы пресса, плечи, руки. Значит, делайте его следующим образом. Поднимаетесь вверх. Ноги выравниваем перед собой. Держим уголок перед собой. Ноги можно сместить. И за счет нижнего пресса напрягаем его. Поднимаем коленки к себе. Пускаем плечи вперед. И выталкиваем ноги вверх. Выравниваем. Чуть держим. Затем напрягаем пресс и возвращаемся в исходную позицию через верх с напряженным прессом. Смотрим еще раз. Ребята, смотрим, заучиваем и работаем. С вами был Виктор, а.к.а. Джим. Спасибо.